Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Вчера зашел в магазин и углядел там совершенно замечательную свиную вырезку. Я вообще-то редко ее покупаю, как правило, только для приготовления разных варено-копченых изделий. Но тут она была от иберийской свиньи, то есть она с жирком с небольшим, короче, не удержался и купил ее для запекания. Рецепт очень простой, но будет вкусно. Поехали! В сковороду немного масла, пусть греется. А вырезку надо приправить горчицей. Старательно, со всех сторон. И на сковороду ее. Пельмени на сильном огне со всех сторон. Духовку, кстати, уже пора греть. 200 градусов, верхний и нижний нагрев. Морковь почищу и нарежу. Чуть-чуть вырезкой. Красота. До готовности доводить не надо. Поджариваю только ради поджаристой румяной корочки. Лук тоже надо почистить и нарубить. И, кроме того, понадобится цедра апельсина. Надо постараться, чтобы без белой части. Вырезка уже подлинялась. Пусть пока полежит в сторонке. А на этой же сковороде обжариваю лук и морковь. Это будет основа соуса. Для него, кстати, понадобится еще апельсиновый сок. Обжарим до мягкости и даже, я бы сказал, до зарумянивания. При этом сахара, лук и морковь частично карамелизуются, и это будет здорово. Еще понадобится белое сухое вино и немного бульона. Сейчас немного выпарится и продолжим. Пока добавлю тимьян и соль. Какой именно бульон использовать, абсолютно не важно. Хотите куриный, хотите из костей, хотите овощной. Пора его добавить, кстати, и сок апельсина сюда же. И немного цедры. И теперь упариваем все как следует, чтобы вкусы сконцентрировались. Отлично, основа почти готова. А теперь надо пробить блендером до однородности. Каким именно блендером воспользоваться, неважно, сами понимаете. Теперь соус в форму для запекания. Вырезку сюда же. И в духовку. На 20-25 минут. Ждем. Так, ну и долгожданный момент пробы. Кусочек вырезки. С этим замечательным соусом, с густым соусом. Слушайте. С таким соусом можно съесть даже старую подметку. Он имеет такой тонкий вкус, апельсиновые нотки, густота, тимьян, тонко чувствуется. Просто классно, слушайте. Песня. И сочная вырезка, видите, да, сколько с нее натекло сока, прямо на этот соус. Ну, замечательно. Готовьте, замечательно. Таким же макаром можно приготовить, например, куриную грудку с таким соусом. Или...
индейку можно приготовить, только время для грудки индейки нужно уменьшить. Делать, конечно, не 20-25 минут, а, наверное, 15-20 будет готово все. Приготовьте, будете рады. За лайки, дизлайки, за репосты. Огромное спасибо. Всем пока.